Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятова. Здравствуйте и смотрите сегодня. В Сочи начали ремонт объездной дороги. На пострадавшем участке восстанавливают насыпь. Штраф за нарушение эксплуатации маломерных судов подняли в десятки раз. А на пляжах повесят камеры. Вопрос безопасности обсудили в мэрии курорта. Никто, кроме нас, сочинские десантники сегодня отметили День ВДВ. В Сочи определят лучших молодых лучников Краснодарского края. За медали приехали бороться и спортсмены из соседнего региона. Губернатор Кубани сегодня с рабочей поездкой в Темрюкском районе. Там Вениамин Кондратьев осмотрел винодельческий комплекс станицы Голубицкой. Главе края показали цеха, подвалы, где хранится благородный напиток и виноградники. Компания занимается выпуском товара преимущественно премиум-класса. Губернатор подчеркнул, продуктовую линейку надо расширять, чтобы заполнить полки магазинов по всей стране. Для нас более приоритетно именно вина более высокой ценовой категории производить. Потому что у нас упор на качество, однозначно у нас упор на то, что вина все моносортовые. Для нас очень принципиально важно, чтобы у нас и виноградники, и виноматериал, и вино было различного уровня на Кубани. И премиум-класса, и массового потребления. Потому что рынок мы должны максимально накрыть, как говорится, своим вином. В любом случае, то вино, которое произведено из нашего кубанского винограда, виноматериала, оно не может быть некачественным. Поэтому неважно, какое оно будет, премиум-класса, либо широкого потребления, оно все равно качественное. И это сегодня наша стратегическая задача, чтобы на рынке региона и страны было качественное кубанское вино. Глава региона также провел расширенное совещание по винодельческой отрасли. В заседании принимали участие вице-губернаторы, профильные министры и руководители департаментов, а также фермеры, аграрии и производители. Напомню, по итогам прошлого года Кубань стала лидером России по выращиванию и переработке ягоды. Лозой занимаются 65 специализированных хозяйств и 150 предпринимателей. Общая площадь виноградников в крае около 27 тысяч гектаров, а это примерно 30% от всех садов в стране. На пострадавшем от паводка и оползня участке объездной приступают к восстановлению насыпи. За последние двое суток с места ЧС вывезено более 70 самосвалов грунта. Для дополнительной стабилизации подпорных стен установят анкера. Полностью демонтировано поврежденное покрытие, начаты работы по бетонированию промоин, доступ к которым стал возможен после демонтажа и извлечения обломков. Напомню, 25 июля паводок и сошедший в русло реки Псахэ оползень разрушили речной лоток и подмыли подпорную стену. В результате разрушилась проезжая часть. Сейчас движение на этом участке объездной закрыто. На территории российской военной базы в Абхазии торжественно открыли детский сад. Новое дошкольное учреждение приняло 150 воспитанников. Торжественное открытие детского сада «Золотая рыбка» состоялось под аккомпанемент военного оркестра. Прибыли и представители командования Южного военного округа. Сейчас в дошкольном учреждении, которое открылось на территории российской военной базы, завершается набор сотрудников. Приоритет отдается женам военнослужащих, имеющим опыт работы с детьми. Долгожданный садик, желанный садик, соответствует нормам посещения детей в возрасте от 3 до 7 лет. В садике будет 8 групп. Две группы младшего возраста, две группы среднего возраста, две группы старшего и две группы подготовительные. Также на территории военного соединения сейчас строят школу для детей военнослужащих. Только в сказках все совершается волшебниками. Для открытия нашего детского сада постаралось очень много людей. Я желаю крепкого здоровья, в первую очередь, воспитателям, терпения, благодарных воспитанников, мирного неба. Никто, кроме нас, в Сочи, как и по всей стране, сегодня отметили День ВДВ. Пришли поздравить десантников и воспитанники военно-патриотических клубов. В Сочи десантники каждый год собираются на Цветном бульваре у памятников воинам, погибшим в локальных конфликтах. Возлагают венки и цветы. Сюда военнослужащие приходят, чтобы отдать дань памяти тем, кто рисковал во имя Родины. И вот эти условия, эти задачи, которые они решают, связанные с риском для жизни, они, конечно, сплачивают их. И именно поэтому это навсегда. Это дух.
это сила воли, это, ну, это что-то на подсознательном уровне. Конечно, это навсегда. Бывших десантников не бывает. А в Сочи активно развивается молодежное направление. Поэтому на мероприятии так много ребят из военно-патриотических клубов. Они показали, чему научились, готовясь к службе в армии. И на призывной комиссии чаще всего эти ребята просятся в десантные войска. Даже знают песни про десантников, подпевают их. Что это действительно один из самых боеспособных родов войск России. Они не только проявили себя в афганской войне, но и в Великой Отечественной, и в ходе контртеррористических операций, и в Сирии. То есть там, где десантники, там всегда победа. Сергей Дьяков служил в десантных войсках с 96 по 98 год. Говорит, прошло уже 21 год, а сны про армию еще снятся. Ну а праздник – это святое. Для меня это праздник. Новый год уже не празднуем, а день ВДВ празднуем. Ни день рождения не празднуем, только день ВДВ. С семьей, с женой выезжаем, ездим, катаемся, встречаемся с друзьями, общаемся. Раз в год встречаемся с друзьями, все приезжают. Мужики, трехкратно ура! 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 Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. 20 тысяч рублей – таков сегодня штраф за нарушение правил эксплуатации маломерных судов. Еще 5 дней назад штраф составлял всего 500 рублей. Вопрос безопасности на воде снова подняли в мэрии города. ЧП на пляже в Эмеретинке, где погибли двое молодых людей, катаясь на гидроцикле, чуть ли не первое за десяток лет, утверждают инспекторы ГИМС. Происшествие, унесшее две жизни, несчастный случай и безответственность предпринимателя, который занимался прокатом маломерных судов. По мнению уже главы города, это халатность, и виновный должен ответить по статье. Ответственны за случившееся и арендаторы пляжа. Вот только какого, галерея Майкоп или Хай-Бич, еще предстоит выяснить. Пляжные территории соседствуют друг с другом. Вы будете наказаны в уголовном порядке, в том числе, если будут происходить вот такие события. Каждый должен понять, что если случилась чрезвычайная ситуация, если погибли люди, то за этих людей кто-то будет отвечать. Каждый случай будем рассматривать с принятием решений. А принятие решения одно. Кто допустил на пляже правонарушение, пляж будет изъят. В заседании комиссии участие приняли и арендаторы пляжей. Они утверждают, что технические зоны – это ответственность водопользователей. Сами же отвечают только за плавающих и загорающих туристов. Самое главное, чтобы спасатели дежурили на пляжах. То есть пляжи работают с 8 утра до 8 вечера. Должна быть шлюпка на воде, спасатели на вышке, спасатели на берегу. Не допускаем заплывать за буи. Находиться в состоянии алкогольного опьянения. Работники технических зон ответственные за технические зоны, за выдачу моторной техники, они к нам не относятся. Да, водопользование к пляжам не относится вообще. И тем не менее, инспекторы ГИМС регулярно проводят профилактические беседы с руководителями пляжей и предупреждают об ответственности за происходящее на территории. Сами же госинспекторы регулярно выявляют нарушителей и составляют на них протоколы. Вот уже 5 дней, как штраф за нарушение правил эксплуатации тех же гидроциклов или катеров увеличили в 40 раз. Благодаря поправкам в административный кодекс он составляет 20 тысяч рублей. Проводятся почти ежедневные рейды и патрулирования. Только в Адлерском-Хостинском районе за один день могут выйти в море от 500 до 700 судов. Поэтому мы ведем контрольно-надзорную деятельность за ними. Допустим, в тех годах у нас никогда не было происшествий, связанных с маломерными судами. Ну, в этом году вот это происшествие случилось. Работу мы еще сильнее активизировали. Работаем вместе с прокуратурой, Росгвардией, полицией. Проводим проверки. График дежурств составили и в администрации города. Соответствуют ли техзоны требованиям законодательства, теперь по поручению Анатолия Пахомова проверят и чиновники. Также на заседании принято решение установить на пляжах камеры. Таким образом, за происходящим на воде смогут следить в городском ситуационном центре, куда поступает вся информация с камер видеонаблюдения, установленных в рамках программы «Безопасный город». О нарушениях на водном транспорте напрямую в транспортную полицию могут сообщать и сами отдыхающие – по телефону 260-94-02. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы.
3 августа в Сочи ясно. Температура воздуха ночью +20, +22. Днем 25, 27 градусов выше нуля. Температура морской воды +25. Активную молодежь Сочи приглашают на регион 93. Последняя смена молодежного лагеря стартует уже через неделю. На поляне в Северском районе Краснодарского края соберутся активные молодые люди. С 10 по 16 августа они будут жить в обустроенном палаточном лагере и участвовать во всех активностях. В программе форума деловые игры, тренинги по ораторскому мастерству и развитию лидерских качеств, а также разнообразные спортивные игры. Принять участие в молодежном форуме могут все желающие в возрасте от 18 до 30 лет. Чтобы подать заявку, необходимо написать письмо на электронную почту городского управления молодежи политики с пометкой «Хочу на регион». На следующем этапе собеседований нужно будет рассказать о себе и своих достижениях. Самые активные, увлеченные молодые люди пройдут конкурсный отбор. Участие в форуме будет для них бесплатный. Все вопросы можно задать по телефону, который вы видите на экране. Завершается ремонт спортивной площадки на улице Донской, но нога человека сюда ступит только через неделю. 7 дней необходимо для того, чтобы просохло новое покрытие. В июне старое покрытие, а это 600 квадратных метров, сняли. За полтора месяца положили новое. Заменили также 4 баскетбольных щита, установили новые лавочки. Вообще, в прошлом году департамент спорта проинспектировал 58 муниципальных площадок и определил, где что нужно поменять. На ремонт первых 15 площадок было выделено из городского бюджета 19 миллионов. Из них более 1 700 000 пошло на благоустройство этой площадки. Основной объем работ выполнен. Здесь заменено резиновое покрытие, установлены дополнительные лавочки, усилен забор. Осталось поменять баскетбольные кольца и дождаться, когда высохнет резиновое покрытие. Это технологический процесс. Для футбольных полей как бы по ГОСТу предназначено данное покрытие толщиной от 0,5 сантиметра. Здесь у нас чуть больше высота, где-то ближе, наверное, к сантиметру. Значит, ее состав – это клей, резиновая крошка, пигмент. В технологии это мешается, делается специальным станком, укатывается. Горячие укладки производятся здесь на площадке. То есть оно травмобезопасно в случае игры в футбол, регби, волейбол. При падении детей как бы их коленки будут целы. Подрядчики обещают, что, несмотря на огромную популярность площадки у детворы, и покрытие, и оборудование честно прослужат еще долго и дают гарантию на 3 года. В Сочи определят лучших молодых лучников Краснодарского края. На базе Югспорта сегодня стартовало первенство края по стрельбе из лука. Первенство открытое, поэтому за его медали приехали бороться и спортсмены из соседнего региона. Все подробности в нашем сюжете. Сочи, Анапа, Новороссийск и Таганрог – такова география участников открытого первенства Краснодарского края по стрельбе из лука. На турнир приехали лучшие лучники юга страны. Всего более 60 спортсменов. Сегодня первый день соревнований. Спортсмены прошли квалификацию. Стреляли из классического и блочного лука на длинные дистанции до 90 метров. Надеюсь, что я смогу побить рекорд края, потому что на короткой дистанции я уже его побил, являюсь суперсменом на данный момент. И надеюсь, что могу пополнить свою копилку еще и летним рекордом. Задача непростая. Нужно не только суметь справиться с волнением. Солнце и жаркая погода тоже вносят свои коррективы. Хотя для сочинских лучников атмосфера привычная. Роман Половинко – один из самых титулованных спортсменов города, призер чемпионата России. Нынешнее первенство для него еще один шаг на пути к цели – выиграть на России золото. Тренировался, стрелял разные дистанции, вот готовился к этим соревнованиям. Потому что мы тут стреляем 4 дистанции. Вот, надо было пострелять каждую. И вот я как раз-таки тренировался, стрелял их. Соперники, да, приехали сильные соперники. С Новороссийска я знаю пару хороших ребят, с Таганрога. Вообще лучники Краснодарского края сегодня сильнейшие на юге страны. А на всероссийской спартакиаде сборной Кубани удалось завоевать бронзу в командных соревнованиях. Сегодня как бы спортсмены нашего региона уже как бы оппозиционировались, с ними считаются, знают, и на клан уже устремляются. Мы здесь проводили первенство России, вот, проводили Кубок России, чемпионат России. Так что у нас уже как бы этот вид спорта приобретает очень четкие, хорошие позиции на очень высоком профессиональном уровне.
Наряду с уже опытными молодыми спортсменами в турнире участвуют и те, кто только пробует свои силы на серьезных турнирах. В этом году мои ведущие спортсмены закончили учебу, поехали поступать в вузы. Сейчас обновленный состав. Маленькие дети. Ну, я надеюсь, что мы тоже займем призовые места. Завтра в программе первенства квалификация на коротких дистанциях. В воскресенье – финалы в личных соревнованиях. В понедельник – в командных. По итогам турнира определятся лучники, которые будут представлять Краснодарский край на чемпионате и Кубке страны. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Бутманс импровизирует на тему Сочи. В городе открылся юбилейный 10-й фестиваль Игоря Бутмана «Сочи джаз-фестиваль». Начался он с шествия музыкантов. К нему присоединилась и наша съемочная группа. К джазовому шествию по улице Новогинской присоединились сотни поклонников. Это и сочинцы, и гости города. Многие вообще планировали отпуск так, чтобы он совпал с проведением Сочи джаз-фестиваля. Рука об руку любители джаза шли с музыкантами биг-бендов «Саранск» и «Сочи», президентом фестиваля Игорем Бутманом, солистами Московского джазового оркестра. Всю дорогу артисты импровизировали на разных инструментах. По традиции артистам аккомпанировал и мэр курорта Анатолий Пахомов. Финишировали на площади флага. Здесь, на сцене, под открытым небом маэстро и глава Сочи объявили об открытии фестиваля. Для меня это очень родное, вот очень прямо такая вот любовь, которая становится все больше и больше. География огромная, и зарубежные артисты, и наши отечественные, и молодые. И мы надеемся, что это даст еще новый путь, потому что мэр города Анатолий Николаевич в этом году очень подошел серьезно к ответственному мероприятию, к десятилетию. Очень нам город помогал. Но мы сами вообще понимаем, что это для всех. И мы радуемся великолепной погоде и тому, что мы здесь играем. И что столько много людей, и все отдыхают. И, конечно, он создает настоящую такую курортное настроение, потому что создает праздничное настроение. А это значит, что август в Сочи пришел, потому что открывается джаз-фестиваль. Еще у нас еще 3 дня есть, мы сделаем обязательно импровизацию на тему Сочи. Это хорошая мысль. История Сочи джаз-фестиваля началась еще в 2010 году, когда в Сочи, в столице зимних Олимпийских игр, стартовала культурная олимпиада. За годы существования фестиваль посетили более 40 тысяч зрителей. И вот уже 10 лет ежегодно по приглашению Игоря Бутмана в Сочи съезжаются лучшие джазмены России, США и стран Европы. Это настоящий праздник. Юрий Михайлович – это человек редкий в нашей стране. Он отдает душу, сердце, а главное – свой талант. И настолько щедро, что мы это понимаем, и радость всеобъемлющая нас охватывает. Спасибо огромное. Я жду его целый год. Чтобы это впечатление. В танцах, движениях, во всем. Люблю джаз. Мы приехали из города Красноярска, и нам очень случайно попали, очень нравится. Я дома видела в интернете рекламу и очень хотела попасть. Мне 80 лет. Мне очень нравится джаз. Я люблю вас. 10-й юбилейный Сочи джаз-фестиваль пройдет в Сочи по 4 августа включительно. Помимо выступления под открытым небом, концерты музыкантов пройдут в Зимнем театре и концертном зале фестивальный. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Чурчхела вошла в тройку самых востребованных сувениров. Рейтинг составили сочинские ательеры. Предпочтения отдыхающих они исследовали 3 года и пришли к неожиданным выводам. Наравне с тематическими магнитами гости курорта приобретают вино и кавказское лакомство. Чем так привлек внимание туристов колоритный и калорийный десерт? О вкусах гостей Сочи в нашем следующем материале. Это персиковый сок с черешней и фейхоа. Не с инжиром. Вот смотрите, какие красивые у нас. На любой вкус и цвет, какой только чурчхелы, не встретить на сочинском рынке. Орехи, сухофрукты и сок – все согласно кавказским традициям. Такой десерт туристы закупают на рынке чуть ли не оптом. Мы сами ее готовим. У нас много орехов, сок мы сами выдавливаем. И мы
сами готовим. Очень большой спрос. Туристы в основном берут чуршелу. То без чуршелы никто не уезжает. Например, сегодня один человек 30 штук взял. Стоимость сочинского лакомства варьируется от 50 до 100 рублей. Все ингредиенты, утверждают продавцы, местные и натуральные. Чурчхелу мы изготавливаем только из натурального сока, который вот в данной ситуации это виноград. Потенциал кавказского лакомства давно рассмотрели представители агротуризма. Регулярно организовывают для гостей мастер-классы по приготовлению десерта. Рецептуру позаимствовали у грузин. Они в 2011 году чурчхелу запатентовали. Это древнейшее лакомство народов Кавказа. Его готовили для того, чтобы воины брали его с собой в поход. Для этого не нужно было разводить костров или там что-то готовить. Просто достал из кармана и съел. Срок годности чурчхелы может достигать нескольких месяцев. По этой причине местное лакомство туристы охотно берут в дорогу. Вот и Елена Новикова повезет вкусный сувенир в родной Южно-Сахалинск. Не первый раз в Сочи, и приходилось неоднократно пробовать местные лакомства и привозила в качестве сувениров, скажем так, и презентов своим знакомым, друзьям и коллегам. Сочинский десерт в тройке самых популярных сувениров. К таким выводам пришли ательеры. В течение 3 лет они проводили исследования и выяснили, гости Олимпийской столицы в качестве памятных подарков выбирают тематические магниты, вино и чурчхелу. Сейчас наши кондитеры изучают старинные рецептуры чурчхелы, и я думаю, что в ближайшее время мы предложим нашим гостям в качестве десерта ту же самую чурчхелу, может быть, даже забрендируем ее и будем продавать в качестве сувенира. Еще больше удивило экспертов то, что наравне с морем, горами и шашлыком Сочи ассоциируется у россиян с чурчхелой. Кавказский десерт прочно обосновался в сувенирных лавках курорта. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. В Сочи началась подготовка к празднованию Дня флага России. Он отмечается 22 августа. Акции, флешмобы и концерты пройдут во всех районах. Главной площадкой празднования станет, конечно, площадь флага. В 10:00 на воздушных шарах в небо поднимут российский триколор размером 4,5 на 10 метров. Гимн России вживую исполнят 350 вокалистов. Зрители станут свидетелями танцевального флешмоба и смогут к нему присоединиться. В это же время на Новогинской волонтеры развернут огромное полотно белого цвета. На нем все желающие смогут оставить свой отпечаток ладони в цветах триколора. Импровизированный символ сочинского дня флага представят публике в 18 часов, когда начнется вечерний праздничный концерт. Организаторы предлагают гостям и участникам проявить фантазию и одеться в стиле триколор. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.